Когда больше не коглаем? Когда только как ты еще разбанят? Он мне вчера вообще написал. Я ему говорю, ты в курсе? Ну, ты, говорю, ты готов, что пиздиться? Он мне пишет, все решит поединок. Самоуверенный, самовлюбленный урод. Не кошмай меня. Урод. Никоглай, я официально заявляю. Надо начинать, кстати, прогрев уже делать. Трэш-ток. Я официально заявляю, никоглай, некрасивый, толстый мальчик с женственными щечками, блядь, которые, скорее всего, розовеют у него, блядь, когда он нервничает. И маленькая писька, вонючая маленькая писька, и прыщавая жопа. Жопа по-любому прыщавая у него. Все, я все сказал. Бифимся, нахуй. Он просто тебя вызвал дерзко на бой. Он просто хочет пизды получать, он стримить не будет теперь, он будет отмазывать тем, что у меня нет стримов, потому что я получаю пизды от всей шпаны по очереди. О, Коля Никоглай что-то написал мне. Так, как еще раз ответить Мафани на вот этого его... Ты у меня брал наклейки, видел мою письку? Вот так у него, ты у меня брал наклейки, видел мою письку, ты. Что ему сейчас сказать? Мурлан, блядь. Мурлан, блядь, ебаный. Спасибо вам за все это. У тети Светы жопа прыщавая, скорее всего, тоже. Здравствуйте, тетя Света, извините, если что. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в Стиме стартуют от 8000? Тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market. Покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. А кто ему... Я только сказал, что он уродец с писькой маленькой, а вы уже ему это как-то донесли, правильно понимаю? Как он узнал информацию о том, что у него маленькая писька и прыщавая попа? Как кто, как вы ему, так быстро, я так с ним быстро не связываюсь, как вы, что за бред-то какой-то, а? Мне что, обкакаться? После разбана бить ебло Никоглая, сразу же, меня разбанивают, я беру билет до Кишинева, еду к нему! А вы слышали, что он, какая у нас крайняя переписка была с этим говнюком? Ну-ка иди сюда, говнюк, сейчас подожди, что он там мне сказал, гадость мне какую-то сказал, да? Загибаю. Так, как еще раз ответить Мафани на вот этого его... Ты у меня брал на клык и видел мою письку. Вот так у него... Ты у меня брал на клык и видел мою письку, ты. Что ему еще сказать? Мурлан, блядь. Мурлан, блядь, ебаный. Спасибо вам, тетя Света. А, нифига себе, тетя Света это мне сказала, что я сосал Коле, ее внуку. Его... Ах ты, сука. Ах ты маленькая... Старая жопа. Я приду, я сначала пизды ему дам, пока он в отрубе, я приду и тетю Свету в жопу трахну, ее прыщавую. Шмурдяк ей на жопе пошевелю. Я там видел чудовище на Никоглая, что-то выебываться начало в ТикТоке или где-то видос мне скинули, где он там что-то с грушей, там пытается побоксировать, руку поднять на нее. Что-то на стримах говорит, что сигареты с пивом. Передайте потом дурачку вот этому на залупачосу. Который там боится за бугром, живет за поребриком, нахуй. Что я специально перед боем, я пачку сигарет нахуй, выкурю, сиську пива 2 литра захуярю и просто сразу справа его потушу, блядь. Мне не нужно заниматься, чтобы выиграть Никоглая. Мне нужно было заниматься, чтобы выиграть Магомеда 2.02 ростом, 90 килограмм. Который не пьет, не курит. Тогда мне надо было заниматься. Чтобы выиграть Никоглая, мне надо просто... Ну, я не знаю, ну что мне нужно. Ну, мне надо встать просто с кресла. Да даже, блядь, сидя, нахуй. Я могу просто пинать его под сраку. Мне не нужно даже, ну вот, просто встать не надо, вот так вот. Я встаю, вот так, портки подтягиваю. И вот так просто спать. Домой. И домой поеду. Быстренько. Ну да, я тоже думаю, если я кокну Никоглай, я отсижу там сколько по молдавским законам, то есть 10, наверное, лет, да? Вернусь в Россию, скорее, ну уже с разъебанным очком, я вернусь в Россию. Потому что меня там, скорее всего, ебать будут за Никоглая в Молдове. Но я здесь получу Героя России. Мафань, видел, как груша хуякнула Никоглаю, когда он просто уворачивался? Он не будет уворачиваться. Не будет уворачиваться. Каждый, кто на меня выебывался, каждый, кто пиздел на меня, СМИ там что-то говорил, что он потушит меня, там что-то еще, не, ну, думал, что, типа, я то, что курю сигареты и пью пиво, они думают, что это мне в минус.
Идиоты, вы не понимаете, сигареты с пивом делают меня сильнее. Если бы не сигареты с пивом, вы просто, ну, вы бы умирали, я бы уже 12 лет отсидел, если не 15, нахуй. Вам везет то, что я пью сигареты и курю пиво, вам просто везет, нахуй. Я специально убираю в себе слишком много силы, чтобы вам хотя бы полегче, хоть немного, чтобы вы почувствовали себя две минуты нормально на ногах. Если я перестану это делать, дурачки, вы реально не выкупаете. Ну просто вы умирать будете, кто выебывается. Волшебное зелье с какашкой. Да, перед боем крокодила поставь, это ульта будет. Да. Лебедев к бою готовит, а ты на концертах бухаешь. Абсолютно верно. И если я не буду бухать на концертах, а буду тренироваться, Лебедева не будет больше. То есть, ну после нашего боя его не станет, он обнулится. Поэтому ни в коем случае мне нельзя прекращать заниматься подобным на концертах. Через месяц-полтора приезжает Мафаня. Чего? Я тебе говорю, это по-любому ему фотку Диана... Через месяц-полтора приезжает Мафаня, и у нас с ним будет бой. Вот, короче, это груша, это Мафаня. Вот у нас начинается бой, представили? Я просто иду, бэм-бэм, дёрки джеб, и вот двухметровая рука тянется мне в голову. Тянется мне в голову, вот так летит на меня двухметровая рука Мафани. Что я делаю в этот момент? Вот, на меня летит Мафаня. Ушел, ай! Что ты мне тут устроил? Бум-бум.